Да, слушай, ну, это очень много. Это очень много, что я могу сказать. Добрый день, Николаевич. Спасибо, что вы были. Да, и очень рад. Снег в корпус, корпусная щетка стеклочистая, и плохо вытирает зиму. У вас нету, да, но как бы порекомендовал вам щетка стеклоочистителя, у нас они помочь расположены. А можете еще к стенду показать, на стенд показать себе рукой? Вот без щетки покажите вот выбор. Стоит в районе 330 рублей. Вот, порекомендую вам. Хорошо, запишите, возьму. Не знаю. Давайте проверим. Женщина. Я водитель. К сожалению, у вас информация стоит. А мы заказали запасное колесо в автомобиле. Это немаловажно. Еще раз, рукой, где запасное колесо и где огнетушитель? Запасное колесо, а огнетушителя нет, к сожалению. Вот, как бы... Вы можете сейчас его достать? Мы можем вам предложить набор. Он недорогой, оригинальный набор, 200. В него войдут перчатки, это немаловажно. Вы как? Машины, если вы мало. Пробелевое колесо. Там будут находиться перчатки. Сервачный заказ. Эвакуатор войдет. Хорошо, давайте. Дорога вы ставите? Да, дорога. Ну тогда, в принципе, как бы вы же все равно отходите там, доездите до друзей. Да, к любовнице ездили. Вот. Да. Ну вот раз ездили к любовнице, а у любовницы частный дом или же квартира? Квартира. Квартира, да? Ну вот в любом случае, представляете, жена тут же приезжает, а вы там с любовницей. Нужно срочно отъехать, вот машина на кирпичах. Да, ужас. Капот, во-первых, не посмотрел. Наличие осмотра.
ни колодочки не посмотрел, ни колеса не покрутил, элементарно вещи. Компанию, пожалуйста, ты будешь. Походите. Визуальное сходство, пожалуйста, я сразу говорю, всех визуальное сходство, я сразу вижу, на этом вайпере, вот, на заднем, с левой стороны, вот, и здесь таракан, где пока. Но это не принципиально. Нет, это не принципиально. Там сходство, вот такой сценарий. Приемщик, уже с имеющимся опытом работает в юридическом предприятии и в одном, и в другом, и в третьем. Значит, на самом деле это важно, на самом деле это так и есть. Я бы еще хотел добавить то, что ни один, никто из вас не нажал на бибику, никто не проверил его работу, это сигнал. Световые приборы. Световые приборы условно проверили, там как бы с этим и точку поставили. Никто? Никто. Это важно. Не хотите ли удалить, я сказал, что это мои проблемы. И я подумал, что вы все-таки захотите проверить работу стеклоподъемников. Никто этого чистый. Стенки на них нет. Это минус, на который надо обязательно обращать внимание. Обязательно проверка работы сцепления. Обязательная проверка. Выжили сцепление, включили передачу, посмотрели, какой свободный ход. Понимаете, как бы кроме Саши, да, никто не подергал передачу, ни вперед, ни назад. Потому что это тоже проблема какая. А КПП. Надо заострить на этом внимание. С чем это связано? С тем, что ни разу не меняли масло. С тем, что он даст. Окей. Дальше то, на что я уже обращал ваше внимание, Олег Байдович, по-моему, точно обращал. Никто ее не проверил. Как работает система кондиционирования? А вот это тоже немаловажно. Внимание как вот. Вы показывали на жидкости. Но никто не обратил внимания еще к бабушкам и на ремни. Олег, хочу внимание на то, какого качества эти ремни. Состояние ремни. Не слышно, машина новая, всякое бывает. Тем более, когда у человека не защита, и никто даже об этом не подумал. Не защита, значит, возможно попадание камня, песка, на что угодно. И когда вы обнаружили, что нет защиты, у вас автоматически должна заработать предметов на ремне. А следовательно, выход из строя, и это уже не гарантия. Это уже производственный кровь, господи. Это как и у нас дело. Антон, мы с тобой об этом уже говорили неоднократно. Перчатки тебе нужны для того, чтобы создать иллюзию. Иллюзию того, как это должно работать. Потрогайте тяги рулевые, потрогайте систему выхлопа. Потому что у меня стоит в машине магнитофон. Магнитол. Я не слышу ничего, я рубил на полную и поехал. Я не знаю, что мне находится профессионалы определили, какие у меня есть недостатки путем диагностики. И я знаю, почему Саша это сделал, а вы это не сделали. Потому что Саша работал механиком, и он знает всякие нюансы. О чем я с тобой на днях говорю? Не стесняйся, подходи к Сергею, подходи к Толику, подходи к тот или иной недостаток. Олег начал более активно, чем Антон. Это мое мнение, это мое заключение. Теперь, Олег, ваше замечание. Вот смотрите, Саша реально расширил заказ на Олег. Никто из вас, естественно, не залез в багажник, даже не предложил посмотреть багажник, хотя об этом я неоднократно говорил. Положить мне запчасти замененные или не предложил. То же самое, как мы вчера с тобой. Условно говоря, готовый план, который мне говорит, да, вот мы расширили документ, мой кардиатор, условно говоря, замена защиты поддона, состояние колодок. Если вы видите это визуально, вот Саша обратил внимание на состояние дисков и колодок. Вы нет. На старой машине. Я тоже это понимаю. Колодочек. Я про диски говорю. А диски тормозные видно сразу. На машине, которая приезжает на второе ТО с протезом там, за 30 тысяч, видно бортик, который образуется в результате трения колодки о металл. И чем больше этот бортик, тем меньше сам диск. Следовательно, он подлежит замене. Но вы сейчас быстро не сможете это реально оценить. Но сказать клиенту о том, что у вас диски тормозные,